Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это игра, которая называется в английском языке очень сложно. Она называется как-то Носферату де Вратхов Малахи, или Малаш, или Малачи. Короче, я Вратх имел тех, кто такие имена придумывает, это идиотские фамилии, блин. Не знаю, я никогда не знал в детстве, как ее правильно называть. Это игра, от которой я усирался в свое время, помню, очень сильно. Я ее даже не прошел, потому что было все настолько страшно, что я просто... я так вот орал, и все. Поэтому сейчас я решил это сделать, отдать должок детства этой игре, наконец, пройти ее. Шепот, трепет, жуть. Шепот, трепет, жуть — это не уровень громкости, который у меня сейчас просто разорвется, просто все в голове от этой громкости, это уровень сложности. Уровень сложности, я думаю, что лучше шепот, потому что я не помню, чтобы эта игра была какой-то особенно легкой. И так хватит. Идет загрузочка, создается новый замок. Что это означает? Это означает, что каждый раз, когда мы нажимаем на загрузку и запускаем эту игру по новой, замок обновляется. То есть коридоры, они выглядят совершенно по-другому. Монстры, ну, то есть не совершенно по-другому, но слегка по-другому, я бы так сказал. Монстры появляются в других местах. Заложники эти гребаные, мать их. Какой-то электрический ток. Я не знаю, я не удивлюсь, сейчас окровавленный Никола Тесла с передними торчащими зубами появится. Ток все-таки. Какие-то расплывчатые силуэты, они как бы должны напугать очень сильно, навеять ужас просто невероятнейший. Вот портреты. О, прикольно, русская озвучка. Джек Кроу приехал в город Трансильванию. Ага, да, было дело. В Трансильванию, куда же еще? И ближайшим друзьям, да. В замке Малаши, где должен состояться обряд бракосочетания. Вот мне просто интересно, у него с головой все в порядке? Ехать в Трансильванию, в древний замок, вампира фамилия Малаши, он ничего себе не думает? Что это может быть маленечко опасно в Трансильвании. Какой классный замок, обалдеть. Как будто игрушечный домик поставили на холмик вот здесь. У актера просто... Актер в ударе. Ему, наверное, заплатили гонорар баснословный. Он так старается, я смотрю. Перед самком. Потрясающе. Очень страшно, очень. Я сейчас, ну, просто я обдрестаю тут всю хату, серьезно. О, он уже кричать начал, ты смотри. Вот этот момент ему, наверное, дополнительные 100 рублей положили в карман. Да. Чувак, хорош уже. Завязывай, короче, с этой. Да хорош уже, чувак, завязывай ты уже с этой театральщиной, серьезно, ты запарил. Давайте начнем уже непосредственно. Да. Пошел ты нахер, короче. Так, я не знаю, сколько там осталось счетов пиздежа бессмысленного. Старый каменный двор перед громадным старинным замком. Все родственники и близкие Джек томятся в заточении. Нужно спасти, просмотреть фотографии можно, нажав клавишу. Нажав клавишу. Наверное, тав. Точняк. Вот, пожалуйста, фотографии и родственники. Недолго, не откладывая в долгий ящик, сразу хочу сказать, что хочу освободить дедушку Фрэнка. У него пулемет. Я до пулемета, по-моему, даже не добрался, когда был мелкий. Вы подобрали старый верный клинок Джека. Джек, а что ты с ним делаешь, скажи мне? Ты на него садишься в порыве страсти или что? Зачем он тебе вообще нужен? Опа, так-то. Сразу же... Ох, ни хрена себе, падение. Отец Авиль, как же мы были слепы, сын мой. Граф, хозяин всего замка, вампир. Возьми мое распятие, эти твари боятся его, как огня. Самое прикольное, что актер на озвучке говорит абсолютно какую-то... другую постороннюю фигню. Знаю, я тяжело ранен. Силы мои на исходе, жить не осталось недолго. Если ты не приведешь ко мне доктора, душа моя предстанет перед Богом. Слышь, так, а чё тебе? Ты так замоли ран это. Ты ж отец Авиль, ты ж крут. Но главное помни, что площадь у главного входа, откуда ты пришел, является святилищем детям со стороны, туда нет пути. Найди доктора Амерсфильда, Кингстонов и Грегори и отведи их в это место. Сейчас не прячется в восточном крыле. Я осветил некоторые коридоры в нем, и теперь они светят зеленым светом. Это поможет тебе найти путь, сын мой. Будь смел перед лицом дьявола. Вот так вот. А как выйти из этого говна? О, замечательно. Вы подобрались в твое распятие. Дружище, как ты себя чувствуешь? Ты упал с вот такой вот высоты, ты лежишь и говоришь мне, привезите доктора? В чем прикол? Я не могу понять. Я могу просто вот так вот тебя сейчас кулачком задеть, ты, наверное, сдох? Ну ладно, не буду. Просто в каком состоянии должен быть этот человек? Какой, блин, в сраку доктор? Ему нужно уже самого себя отпивать. По-моему, F5 сохранить. Да, точно, F5 в этой игре сохранить.
Первый враг, вот он сейчас упадет. Да где он делся-то, блин? Ах ты, собака такая. На, на, вот это шепот. Обалденный шепот, уже 76. Мне нужен осиновый кол, наверное, потому что... Да, вот это падла из гроба сейчас восстанет. Есть у меня хоть один осиновый кол? Нет, у меня есть патроны для револьвера. Револьвера нет, патроны есть. Ну, вас восстало, значит, это паскудская ублюдина. Надо его добивать, 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 добивать. А я, собственно, что сюда побежал? Я ищу ключ от восточного крыла. Концепция этой чудной игры заключается примерно в следующем. У нас есть замок. Замок подразделяется на восточное, западное крыло. Ну и, соответственно, замок, то, что посредине. Сейчас мне нужно в восточное. Я должен найти ключ от него, чтобы туда попасть. В восточном крыле томятся в заточении несколько заложников. Заложники — это мои родственники. Необходимо выводить их вон туда, к тому святилищу. Нашел вывел, нашел вывел. Отлично! Это лучший... Блять, вот это я зря сделал. Тут не, желательно не брать аптечки, потому что они прибавляют здоровье, а затем оно медленно, но верно откатывается до 100%. Лучше сберечь было эту аптечку до следующих времен. Одно мгновение. А, одно мгновение. Ну да, это типа загрузка, одно мгновение, так пафосно. Вот, вот этот осиновый коли, они бы мне пригодились тогда с вампиром. Опять очередная сволочь. Нужно как можно скорее достать, кстати говоря, револьвер, потому что без него будет... Ну, туговато, скажем так. Вот так вот колом этим долбаным махать долго не выдержишь. Надо как можно скорее найти тёлку, которая... О, книжечка. Так, энциклопедия живых мертвецов отца Авиля, часть первая. Это, кстати, вот этот наш святой отец, который без пяти секунд жмурик, который лежит там, корчится. Вампиры, ночные создания, днем они впадают в сон, похоже на ком. Обычно они обладают различными сверхъестественными способностями. Они не любят чеснока, солнечного света, священных символов, распятий, святой воды. Им необходимо отдыхать в своей могиле, их можно убить, воткнув им в сердце осинов. Блять! Какой... Эта игра, она вообще не страшная. Это, в принципе, такой трэш. Бегаешь по замку, там, отмахиваешься. Потом, когда пулемет появляется, то вообще, ну, просто такой прям хоррор, что ужас, обосрешься. С пулеметом бегаешь, отстреливаешь вампиров. Но иногда вот такие вот резкие моменты, то есть игра очень любит играть скримерами, скажем так. Ты бежишь, и скрипочка начинает истерически пиликать. Это может... Кто? А, песик, песик, здравствуй. Здравствуй, мой хороший. Да блин! Вот, да, вот такими вот неожиданными совершенно моментами игра, конечно, может вывести из равновесия. А чё так долго ты не подыхаешь-то, а? Теперь сюда, отлично. Где хоть один заложник? Мне срочно нужен револьвер, револьвер, револьвер мне нужен. Так, здесь никого. Вот туда, кстати, тоже надо сгонять, потому что не факт, что там наверху кто-то не будет сидеть. У меня, в принципе, нету цели освободить всех этих мудаков, потому что, честно говоря, бегать и... Тут еще прикол в том, что... А что? Музыка-то играет до сих пор, а опасности никакой. Прикол в том, что... Ой, это я опять зря сделал. Все, беру вот по привычке, но не надо было этого делать. Бегаю я... Оба! Колхозник! Вот, кстати, мне очень интересно, какого хрена вот эти колхозники делают в этом замке. Я понимаю, суккубы, вампиры, всякие собаки огненные там... А, нужен ключ, ну понятно. Я понимаю, все это говно. Я не вижу места вот этих вот сраных колхозников в фольклоре вот данного места. Я не вижу, как они тут вообще состыковываются. Что это такое за сволочь? Что это за зомбари с косами? Что это за сраные коммуняки, план пятилетка или что там? А против этих вот мне нужно вот такое распятие. Раз так, и все. И оно исчезло к чертям. Для револьвера... О, аптечка. Ну, окей, теперь тут уж возьму, ладно. Так, снова беру кол. Кстати, сохраняюсь, это периодически желательно делать. До сих пор ни одного заложника. Не очень удачное вот раз расположение комнат. Откровенно говоря, вот это вот... Я бы назвал скорее это минусом, потому что никакой реиграбельности не будет все равно. Эту игру... Эта игра, она не так уж хороша, чтобы ее перепро... Да, вот здесь вот, кстати, про минус. Что я имел в виду? Какой минус? То, что... При каждой загрузке комнаты меняются, заложники меняются. Это такая, откровенно говоря, тупня, потому что тут сам по себе замок, он чертовски однообразный. Я не знаю, какой мудак вообще все это конструировал. Оно и так-то не запоминается нихера. А когда все еще и меняется бесконечно, то, сами понимаете, бегать с этим гребаным колом по одним и тем же коридорам, в которых еще и ни черта не запомнишь, это просто охеренное занятие, которым можно заниматься дни и часы напролет. Нужно иметь какую-то бешеную просто память, чтобы вот это вот все... Это, блин, да, отвали ты. Чтобы это все учитывать, чтобы это все запоминать. Я до сих пор не могу наткнуться ни на одну паскуду. Хоть одну, хоть кто-нибудь, ребятки. Ну,
Так, нужен ключ, обалдеть. Куда бы я ни пошел, везде нужен ссаный ключ. О, комната более один, вот тут я еще не бывал. И да, это не тот самый коридор, не та самая лестница, по которой я уже поднимался. То была какая-то другая, это называется... О, здорово! Слышь, ты это, ты рожь бы пошел бы свою сраную косить, тебе еще семью там кормить, я не знаю. Садись в свой гребаный трактор и вали отсюда. Чего это за придурок? О, наконец, Эндрю Кингстон. Рад тебя видеть. Давай-ка отсюда ноги уноси, пока живы. Вита Скалетто со мной разговаривает. Ну, актер на озвучке тот же самый, если я не ошибаюсь. Влад Коп его зовут. Эндрю Кингстон. Слушай, Джек, тут на моих глазах вампиры потащили Грегори в Восточную башню. Может, попробуешь его спасти? Он же твой друг. Да пошел нахрен, слушай. Хотя меня, если честно, больше интересует моя женушка. Ах ты эгоистичный, это усатое говно. Не мешало бы ее найти. Слышь, а мне твоя женушка не особо нужна, честно говоря. Да и докторишку с милой Софи заодно. Но и задерживаться тут не стоит. Не ровен час, как нас тут всех прикончат. А, да, старина, у нас же Эмили где-то в сундуке был револьвер. О! Сундук у главного входа. Если мы туда доберемся... Вот ты пидор. Я дам тебе эту пушку бесплатно, только давай же поскорее. Мы этот... О, слышь, а что ты его не загрызла? Под «мы» он имеет в виду себя и свою жену или себя и меня? Вот мне что интересно. Потому что я его жену искать сейчас вместе с ним бегать не намерен. Я его думал сразу отвезти к выходу. Пошли, придурок, что ты встал? Идем. Ого, вот это ты попрыгун. А ты что, не мог без меня вот так вот скакать? Не, ну погоди, давай вначале сохранимся и еще вот сюда сбегаем. А, сейчас сзади появится. Этого я гондона помню, в принципе. Да все уже, угомонись. Просто я чувствую, что еще одного пленника сейчас можем захватить, в принципе. Что нам мешает? А кто там? А ты не хочешь со мной сходить, там, прогуляться? Прикроешь? Чем ты меня прикроешь? Своим пенсне сраными? Пошли. А, вот ты, здорово. Снова бешеная музяка играет совершенно. Отбитые на голову какие-то скрипачи. Я заметил, во многих играх постоянно отбитые на голову скрипачи. Я имею в виду страшных. Там скрипка — это такой ужасный инструмент. О, вот не зря же. Ну не зря же я сюда сходил. Только надо... Слышь, доктор. Да блин. Доктор, я сейчас, короче, вообще откину копыт. Отойди, болван, ты усатый, мать твою. А! О боже. Какой-то шизофрений. Мне уже стало скучно, понимаешь? Тебе стало скучно в этом месте? Ты что, псих? Ну что? Стало скучно, понимаешь? А как он так говорит вообще? Доктор Амерсфилд. Хей, малыш Джек, как ты уже нашел Кингстонов? Эту дамочку. Липинский весельчака Грегори. А он весельчак? Я думаю, ему сейчас не очень весело. Поторопись, а то им крышка. Крышечка. Ути-ти-ти-ти. Ого-хо, а тебя потрепали. Жаль, что у меня все инструменты в сундуке. Но ничего, пройдемся к главному ходу, я тебя там подлатаю. Пойдем. Док, у меня один вопрос. Как тебя твои вообще больные, как они тебя выносят? Мне кажется, они к тебе приходят в кабинет, ты начинаешь им вот эти вот свои о-хо-хо, душечка и всякая такая херня. И они говорят, я лучше, наверное, просто тихо умру. Вот я бы на их месте так и поступил. Так, я на всякий случай сохранюсь и еще сгоняю еще наверх. Правда, тут в чем недостаток с этими двумя дегенератами? Лучше не бегать особо. Они такие дауны, они наткнутся, они где-нибудь споткнутся, они... А, еще есть такой прикол, когда открываешь дверь, один из них норовит встать на месте и стоять тебя ждать. Я не знаю, с чем это связано. Ну что, еще кого-то сейчас тут найдем, нет? Нет, но зато я нашел ключ. Отлично, больше мне сюда, по крайней мере, не надо. Так, ребята, аккуратно. Сейчас я силой святаго духа всех разгоню тут. А это еще что за хрень? А сколько вас тут всего было? Пошли, эй. Идем, придурки. Че вот? Ну вот, я ж об этом и говорил. Вот, блин, баран тупорылый. Пошли. Кто еще? Вот не надо заходить повторно. Все, отлично, они побежали. Так, я сохраняюсь снова. Сейчас момент более чем удачный. Надо как-то по-быстренькому отсюда валить, потому что я еще хочу спасти этого святого отца. Святой отец, он дает святую чашу со святой водой, как бы. Святой. Все там святое просто у него. Он такой крутой, у него все свято. К чему он не коснется, все свято. А это здесь очень ценно. Святая чаша эта, она... Заранее могу сказать, что она ухлопывает финального босса там, по-моему. Я видел это в каком-то прохождении, когда еще даже не думал сам записывать ролики. Она ухлопывает какого-то босса там за... Я уже самого босса не помню, но помню, что она его там 3 раза и все. Умер! Как это он умер? Какого хрена он умер, блин? Так, одну секунду.
Ты можешь мне объяснить, что ты сдох? Ты чё его... Это ты... А где этот пидорас-то, кстати? Это ты к доктора грохнул, слышишь? Ты посмотри мне в глаза! Своим наглым пенсневым глазом. Загрузка. Загрузить? Нет, это какие-то прежние у меня сохранения. О, быстрое сохранение. Так, ого. Какая интересная загрузка. Что-то мне аж неспокойно. Доктор, как ты умудрился сдохнуть? А ну, пойдем. Я знаю, в принципе, как он сдох. Тут, скорее всего, глюк, вот они вот так прыгают. Да-да-да, вот так вот они прыгают и разбиваются насмерть. А этот идиот что, не собирается с нами? Пошли! Ну пошли, ну усатый ты гондон, ну что ж ты будешь делать? Ладно, я понял, значит будем медленно. Будем медленно спускаться, как сраные, парализованные, ужаленные в жопу. Вот это что сейчас, кто это орал? Это я орал? 22% здоровья у меня. А ребята, а почему я так орал? Вы что, меня укололи чем-то в спину или в меня... Пытаетесь подставить? Блин, я уже боюсь, эти два кента, они опасны. Они опаснее, чем кажется. Ну, 22% с нихера. Так, он опять начал петь «Goodbye, America». Я подумал, что он так поет, когда рядом с ним кто-то умирает из друзей. В прошлый раз было то же самое. Это такой коварный, циничный ублюдок. Он ждет, когда кто-то откинется и начинает: «А, я еще жив, а он уже нет. Goodbye, America». Почему ты поешь «Goodbye, America» вообще, чувак? Почему ты вообще поешь? Почему не заткнетесь, оба хера? Бегите вот так вот лучше, да. Бегают они, кстати, по-идиотски совершенно. Ой, еще раз сохраняюсь. И зря я сохраняюсь. 22% здоровья. Мне будет очень-очень тяжело. Пойдем, Кащи, пойдем. Может, серебра где-то раздобыть? Серебра раздобыть? У меня одна идейка, ух. Серебра он раздобыть. Короче, чувак не хочет воровать. Хочет воровать в вампирском замке. Очень-очень разумно. А как отсюда выбраться? Вот это тут все по кругу как-то идет. Ой-ой-ой. Да отстань ты, 12%. Ну где бы это, где это видно, а? Ох, собака еще сейчас нападет и вообще будет здорово. А где она, блин, я слышал лай. А, ну понятно. Раз, два, три. Доктор, ты, может быть, меня подлечишь, блядь? Ты доктор или кто? Так, маленькую аптечку, есть. Есть. Что за идиот? Чё он там городит вообще? Чё ты городишь, доктор? Не городи. Game safety в 5, да? Пойдем, ребятки. Не тормозим. Не тормозим, у нас много дел. Мне надо как-то отсюда выбираться. Оп! Блин, да что ж так? Осиновый кол, патроны. Нахрена мне патроны? Револьвера нет, патроны дают. Ну хотя, на будущее, конечно, пригодится. Иди вперед, я прикрою. Отойди. Ладно, я понял, я не туда куда-то вышел. Ну вот об этом я и говорил. Ни хера тут не запоминается в этом замке. Они еще и меняют месторасположение комнат в зависимости от загрузки, от того, как мы начнем там новую игру, не начнем. Ну, не знаю, это не круто. Надо сейчас их отвезти. Как можно скорее. Комната более один. Нет, не туда. Однозначно не туда. Вы двое там по-прежнему? Вот где-то вот тут, наверное, можно как-то выйти. Или тут, или... Нет, там нужен ключ. А туда нас, кстати, пустят? Если туда пустят... О, восточную башню пустили. Это, кстати, хорошо. Мы, наверное, ребята, вот тут вот и выйдем. Это будет быстрее. По восточной башне, я помню, можно спуститься вниз. Я пока их обоих спущу, выведу отсюда нахрен. Тут, кстати, сейчас будет играть достаточно такой атмосферный саундтрек. А, и надо отмахиваться еще от теней. Кого, Джефф? Кого? Ты о ком вообще? Что происходит? А, твою ты мать! Умри! Умри, сволочь, умри! Да что ж такое, а? Сколько вас там? Так, вы со мной по-прежнему? Идем. Ага, ага. Вот просто машем без остановки вообще. Машем этой фигней. Я не знаю, сколько времени на это понадобится. Вот, я, кстати, по-моему, спустился уже. Да, спустился. Все, больше никого. Тут можно вот так вот освещать, потому что очень темно. Эти идиоты, они со мной? Где они? Ребятки! Ребятки, ну не злите, а? Ну, что ж ты будешь делать? Так, сохраняюсь, иду за ними. Они где-то там остались, бараны. Идем. Идем, док. Идем, ты. Ты, как кто-то, я не знаю. Ты доктор, а ты кто? Ты вообще кто такой? Нахер ты мне нужен? А, он револьвер должен дать. Но я надеюсь, что... Ты не хочешь отойти, лысый ты, мудак. Он же лысый? Да, вроде лысый. А. Музыка вот эта вот, она довольно-таки настраивает на позитивный лад. Она жуткая, атмосферная, все как надо. Этим я доволен. Музыка вот эта. Game saved. Вот где-то я тут выхожу. Да, и практически вот все. Идем, ребята. Пожалуйста, не отставайте. Если сейчас эти зомби проснутся, я буду не в восторге. Так, выходим.
Выходим. А доктор меня еще сейчас вылечит. А потом мы еще и спасем этого козла. Этого сраного священника. Давай быстрей. Выходите сюда. Давай, спасай. Спасай мужика. Да благословит тебя... Да благословит тебя Господь, Джек. Ты привел доктора Амерсфильда вовремя. Он не даст мне умереть. С Божьей помощью я запечатал вход в вампирскую усыпальницу в подвале восточного крыла. Найди мой священный свиток, чтобы снять чары. Я запер его в ларец, но его отняла у меня вампирша, которая захватила Грегори. Скажи мне, доктор, какой такой целебный минет ты ему сейчас сделал, что он ожил после такого падения? Мне очень это интересно. А, слышь, святой отец, ты не хочешь пройтись на выход? Ты выведешь меня из этого проклятого места! Ну, как бы, для этого вера особо и не нужна. Вот выход, тут... Слышь, не так-то все и трудно, я думаю. Да, я тоже в это верю, представь себе. Мы прям с тобой оба такие верующие, обосраться. Все, давайте. Будь тут владелец этого сундука, он бы вот... Какого сундука? Я вернул этих идиотов. Во, по местам. Да, 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 вот этого я и ждал, когда они респаунятся у своих сундуков. Идет вереница благодарности, которая сливается в сплошную, блядь, какофонию. Еще и с моим голосом, это тоже... Боже, как они долго трындят. Ладно, по очереди. Револьвер. Вы подобрали револьвер? Лечи меня. 100% здоровья. Чаша. Грааль со святой водой. Заранее еще можно набрать вот этих кольев. Все, я просто теперь во всеоружии. Три гондона свободны. Это очень хорошее начало, когда троих сразу освободил. Патронов к револьверу целая куча. Я сейчас буду практически бессмертный. Сразу подбегу, наверное, чтобы не томить к восточной башне. Чтобы не томить, я имею в виду в начале следующей серии вот этой ненужной беготней. Ибо и так ее тут будет дохера, этой беготни. Реально, вся игра это будет... Так, спокойно. Зомбарь, раз, готов. Так, два, готов. Все, два, я не знаю, зомбаря или кто это. Тут, а, тут как-то надо найти, блин, сраную лестницу. Вот она, да. Ну, сейчас как бы, да, я вижу, что эта игра, она вообще, в принципе, абсолютно не пугающая, по большому счету. Но когда я был мелкий, это было, да, это была жесть. И вот тут вот, я думаю, можно пока и закончить. Сохраняюсь на всякий случай. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк этому видео. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.